на просмотре сайтов на проекте socfabric.com. Для регистрации перейдите по ссылочке, которая будет в описании к данному видео. Дальше вы пойдете на этот сайт, нажмите здесь на кнопку «Регистрация», заполните форму и обязательно запишите пин-код, который вам выдаст проект после регистрации. Он нужен вам для того, чтобы редактировать ваши данные и учетную запись в этом проекте. Я же зайду в этот аккаунт и покажу вам основные способы заработка здесь. А это посещение письма и серфинг. Это самый простой способ заработка вообще в интернете. Это серфинг-сайт, конечно же. Так вот, начнем с посещений. Перед нами есть различные сайты, за просмотр которых мы будем получать деньги. Здесь указана стоимость и длительность просмотра. Вот, например, я перейду на первый сайт. В нижнем левом углу запускается таймер, и по окончании которого появляется капча. Нужно ее разгадать, и из этого мы получаем деньги. Основной совет, который я хочу вам сказать. Одновременно открывать несколько рекламных сайтов из одной категории нельзя. Но можно из разных категорий. Например, вы можете одновременно работать с посещениями, письмами и серфингом. В письмах тоже также необходимо просматривать сайт рекламодателя, но перед тем, как мы попадем на него, необходимо ответить на простой вопрос. Вот, например, здесь. Какой заработок? От 200 до 300 долларов. Вот, мы правильно ответили, также попадаем на сайт рекламодателя. Здесь точно так же запускается таймер. Единственное отличие от писем, от посещений, то, что здесь больше нам платят денежек за это. Но, соответственно, таймер немножко дольше идет. Также я забыл вам отметить, что во время таймера не обязательно находиться на сайте. То есть вы можете заниматься своими делами, таймер также идет, а потом вы возвращаетесь на этот сайт и забираете денежку. Вот, например, я вам покажу. Вот где письмо, идет 40 секунд. Так, пока здесь идет время, я перейду к серфингу. Серфинга здесь бывает мало, но тем не менее, его отличительная особенность в том, что открыв один рекламный сайт, все последующие открываются автоматически. Вот начинаем серфинг. Также запускается время и по окончании его также мы вводим капчу и автоматически открывается новый сайт. Сейчас вы это увидите. Вот, нажимаем на капчу и автоматически запускается следующий сайт. Это все отличие серфинга от посещений. Ну, к тому времени на нашем предыдущем письме также таймер закончился, мы получаем деньги. Надеюсь, вам теперь понятно, как можно заработать свои первые деньги в интернет. Вам здесь не потребуется каких-либо знаний, достаточно лишь подключения в интернет и свободное время. С вами был Андрей, желаю вам успешного заработка в интернете. Всем пока!